Говорят, сложная такая вещь, очень интересная фраза. Вот слово не воробей. Абсолютно точно. Утро ничего не предвещало. Муж за компьютером играет в покер на раздевание. Жена красится около зеркала, красилась. А потом говорит: Коля, это же ужас, какая стала толстая и страшная. И молчит, ждет, что он возразит. А у мужа как раз раздевание в самом разгаре. Блондинка уже голая, мерзнет. Брюнетка в одних очках. Он возьми и ляпни: Зина, сейчас-то еще ничего. На свадьбе в ЗАГСе ты была вообще пипец. Ну, как результат, Коля 3 месяца провел в травматологии. Только открытых переломов врачи насчитали 7 штук. Закрытые решили не считать, чтобы не расстраиваться. С ним в палате лежал зав. Кафедры пединститута, тоже ляпнул, не подумавший. Утром проснулся и жене, ну, должен был сказать после такой чудной ночи: милая, ты потрясающая, должен был сказать. Но ляпнул совершенно другое: ладно, давай зачетку, сдала. Этому повезло меньше. Только 2 перелома. Один вдоль туловища, другой поперек. Женщины, они вообще хитрые, да? Вот соседка мне рассказала, муж пришел с работы злой, как собака. Сидит, сопит, зубами скрипит. Я уже подумала, неужели он узнал про Эдика? Думаю, надо отвлекать. И легла голая в пельмени. Он потом говорил: какая ты у меня чуткая. Нужно внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу. Толик Степанов, в общем, попался с любовницей одновременно и жене, и теще. Вечером пришел домой, говорит: Катя, я пришел. Жена как рявкнула: отошел. От этого рева окатились 3 соседские кошки, которые, в принципе, рожать не собирались. И тут внутренний голос ему говорит: милый, делай то-то и то-то. Он так и сделал. Через час прибежал к жене, говорит: Катя, я пришел, не ори. Я пришел не один. Со мной бутылка текилы и кольцо с бриллиантом. И Катя рявкнула: подошел. Подруга жены решила раздобыть себе шубу, расколоть мужа на шубу. 1,5 года обрабатывала его по системе телевизионной рекламы. Каждые 15 минут ему говорила: дорогой, я тебе разве не говорила, что соседка купила новую шубу? Через 15 минут: дорогой, я тебе разве не говорила, что соседка купила? Но через неделю текст рекламы изменился. Милый, а у нас праздник. Вся наша моль улетела к соседке жрать новую шубу. Милый, а у нас праздник. Вся наша моль улетела. А перед сном она ему говорила: Костя, у нас такие ранние заморозки от того, что соседка в новой шубе потеет. Через 2 месяца он не выдержал, грохнул кулаком по столу и заорал: хватит! Встала и пошла за шубой. И попробуй не купить. Через 2 часа она прискакала домой и вот тут у ней вылетело: Костя, я купила шубу, сапоги, сережки с брюликами и дубленку моей маме. И Костя взял ее на руки и потащил топить в Москва-реке. Родители ругаются: дура я была, что за тебя, идиота, вышла замуж. Он говорит: а я был дураком, что на тебе, идиотке, женился. Пацан уроки делает и себе под нос бубнит: а оба идиоты и дураки хотят, чтобы я хорошо учился. Греб по полной. Но иногда бывают случаи, когда можно огрести, не произнеся ни единого слова. Полковник полиции Петров, у него было любимое развлечение. Он любил обводить тещу мелом, пока она спала. Кайфовал страшно.
Но однажды она проснулась не вовремя. В семейной жизни может все что угодно. Хотите ругаться — ругайтесь. Погавкались — отвели душу и бегом мириться. Мой дед к моей бабуле бегал мириться на сверхзвуковой скорости. Но мирились они молча, потому что оба знали: слово не воробей, вылетит — таких огребешь.